Многие из нас, выбирая электрооборудование, не обращают внимания на класс его защиты. Между тем, это ключевой момент. Класс защиты обозначается буквами IP. Далее идут две цифры. Первая от 1 до 6 – защита от твердых частиц. Вторая от 1 до 8 – защита от влаги. Но если значение максимальное, его могут указать и как X. Так, для домашних мастеров вполне хватит и IP20. А вот с более агрессивными средами есть нюансы. Например, фонарь IP60 идеально подойдет для пыльных помещений, но даже небольшое попадание влаги может сгубить прибор. В то время как фонарь с IP44 пыль выдержит хуже, но зато защищен от брызг с любого направления. А этот фонарь с индексом IP67 не боится ни пыли, ни воды. От IP68 его отличает лишь то, что длительного нахождения под водой он не выдержит.